Добрый день, дорогие друзья. Так, сегодня у нас дождик идет. В огород не выйти. Вот вынесла герань. Решила, что здесь ей будет лучше. Вот такая красота. 22 горшка. Зимой все у меня висели на окнах, стояли. Но зато вот теперь сейчас будет целая клумба. Решила вынести под дождик. Дома плохо, сухой воздух, им начали желтеть, вытягиваться. На ночь, конечно, дуги поставим, целлофан натянем. Вот не знаю, высаживать их в грунт или оставить в горшках, но у нас такое пекло в Волгограде, под 40 градусов. Ну, видно будет. Вот такая красота. Нравится розовая очень. И вот это в центре лососевая расчеренковала. Жду, что получится из моей затеи. Ну все, всем пока-пока, всем богатых урожаев. Забыла сказать. Вот это у меня эксперимент. Кашпо с геранью я сажала лобелию. Она прекрасно цвела. И на зиму я решила ее не выдергивать. Вот так она себя чувствует. Тут одуванчик вылез. Не знаю, что с ней толку, какой будет толк. Но вот таким образом. Там, конечно, у корня сухие. По краям вот живые. Может, расчеренковать ее? Можно, кстати, попробовать расчеренковать. Что получится, не знаю.